Чтобы зарегистрировать квартиру, оформить документы на недвижимость, льготные выплаты и денежные компенсации, поменять паспорт и другие документы, достаточно обратиться в Самарский МФЦ, где государственные и муниципальные услуги можно получить сразу в одном окне. Сейчас идет открытие новых филиалов в каждом районе, чтобы была шаговая доступность. Сейчас в разных городах города работают 75 окон приема и выдачи документов. В этом году откроют еще 123. Наши услуги пользуются большим спросом, к нам идет большой поток заявителей. Соответственно, в этом году планируется открыть 7 отделений еще. Они будут раскиданы по всему городу. Филиал МФЦ будет в каждом районе, в Кировском и Промышленном даже несколько. Для удобства посетителей новое отделение. Также будут оборудованы кондиционерами и комфортными местами для ожидания. А в случае необходимости специалист многофункционального центра может приехать домой или в офис к заявителю. Такая услуга действует с февраля этого года. Марина Кравцова, Константин Головин. События.